экстремисты? Три недели тишина. Местные банды считают, что от них одни убытки. Группировки победили. Черт! Черт! Закончил установку, Чарли. Ага, момент. Ау! Ау! Да, Сэм, уже все почти готово. Осталось только кое-что разогнать и отнести список нужного барахла на рассмотрение Ее Величества. Будут трудности, дай знать. Окей. Как, наворочено, да? Я смогу сам чинить и модифицировать тут почти все. А если хватит денег и материалов, то смогу и твой костюм как следует прокачать. Похоже, я в надежных руках. Именно. Так, сейчас что-то нужно? Да. Поработаешь над шлемом? А, ладно. Ты только грим достаешь или есть другие дела? Ищу инфу на наших друзей. Попросил приятелей кое-что нарыть. И это не обнаружилось, Амай? Не знаю, но скоро выясним. Есть один беженец из Пакистана, сейчас живет в Йемене. Он оставил для меня посылку там в посольстве. Посылку? Он не доверяет технологиям? Не с такой штукой. Он сообщил, что за ней идет охота. Ты доверяешь ему так, что отправляешь меня туда? Ну да. Да, доверяю. Тогда отправляемся. Tak, oczywiście, hejcie, czy siemanko wam wszystkim ludzie, z tej strony oczywiście emiwielkigra.pl. Witajcie w kolejnym odcinku, zagrajmy w Tom Clancy Splinter Cell Blacklist. Dobra. Czyli coś taka gra strzelankowa, dobra. Jest po angielsku, ustawiłam angielski... Angielskie napisy i rosyjski dubbing. Bo nie mam spolszczenia. Dobra, i co z tego? Że nie ma spolszczenia. Można grać w grę jaką się chce i z dubbingiem czy bez dubbinga i co z tego? Polskiego i tak dalej, dobra. Dobra. Wszystko nie wiem. Ile mi zostało? 500 dolarów mi zostało, tak. Wydałam kasę na jakieś, nie wiem. Zabaweczki, dobra, wychodzę stąd, nie wiem. Co teraz? Nie wiem. Exit, co ja będę robić? Wow, Pakistan! Będzie strzelanina w Pakistanie, dobra, będzie zabawa. Ojej, dobra, może być Pakistan. Lubię strzelać do tych frajerów, do tych. Dobra, okej, okay. Nie wiem słowa. Do przeciwników, wrogów, frajerów. O właśnie, takie coś lepiej. Dobra. Grim, пакет у меня. Откуда их тут столько? Посольство кишит инженерами. Кажется, они ищут то, что ты перехватил. Вытащишь меня? Только когда бой не прекратится. Придется продержаться. Из подходящих укрытий ближе всего к вам вон те заграждения. Принято. Угу. Вообще? 5 секунд до контакта. Где мы? Например, там? Спасибо. Воу. Прочесать периметр, у нас посторонний.
наши идеи. Вау! Не, не! А вообще? А вообще? Вау! Schowaj się. Czego się nie mogę schować? Wow, man. Co? Czekaj, czekaj. Dobra, muszę uciekać szybko. Держитесь, они идут. Gdzie mam się chować niby? O cholera. Czy tu wiecie, że tu jestem? Ożesz. Wow, wow! Gdzie mam iść? Do jasnej cholery spacja. Nie? Nie? Ale muza mi gra, bojowa muza. No, chowaj się lepiej. Gdzie? Gdzie jesteście, durnie? O, może tędy? O, nie, 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 nie ma mnie tu, nie ma. Nie ma. Cholera. No, gdzie mam teraz iść, no? Halo. Gdzie te frajery? Jak się wbierało broń? O kurde, nie! Czekaj! A! Czekaj! Oddychaj! Прикройте, я захожу! Прикрою! Выноха! Курта! О! Умею стрелять! Е! Как бы вас весело! Берегись! Граната! Не, давай! О, да, супер! Baj. Jak to anulować? Nie chcę tej misji. Jakieś porobane nie chcę.
tego dziadostwa. Nie, znowu! Coś mnie wpakował, durniu jeden. O Jezu! Dureń. O jebany dureń! Uciekaj stąd lepiej. Gdzie, kurde? Дупек. Вы слышите меня? Что у вас? Не, я хcę tego. Chcę stąd wyjść. W ogóle. Z tej pokręconej misji. Wąt. O Jezu. Co to za porąbane było? Nie chcę tego grać. Nie chcę tego brać w ogóle. O Jezus. Aha. Kontakt z Sara córka. O. Zaraz mówię do Sary. O, wow. Привет, это я. Пап, привет. В новостях показали видео черного списка. Все хорошо. Не могу сказать, где я и чем занят, но... Ну да, как всегда. Но ты хоть цел? А дядя Вик? Вик. Из-за него я и звоню. Ранен на Гуаме. Тяжело. Но он же поправится. Скажи мне, что он поправится. Ты же знаешь, он боец. И в надежных руках. Пап, это не ответ. Где он? В центре Рида? Я там буду через час. Не нужно никуда ехать. Его перевозят в Ландштуль самолетом. За ним присмотрит Чарли. Как только хоть что-нибудь узнаешь, сразу звони, ладно? Пап, слышишь меня? Ладно. Но сейчас мне уже пора. Как всегда, да? Просто давай знать, что ты жив, здоров, ладно? Хорошо. Люблю тебя, пап. И я тебя, малыш. Aha! Czyli jednak jego córka żyje. Aha. A to ciekawostka jest, kurde. Dlaczego on jednak żyje? O, tu się możesz przespać. Łazimy sobie. Po samolocie! Czyli tam. Odrzutowcu, dobra, idziemy. Dobra, badaliśmy sobie. Co
Mám tam ještě sudečkom. Масара. Привет, вы позвонили Салли Фишер. Оставьте сообщение после сигнала, и я перезвоню. Спасибо. Ага, дозвонилась и до Сары Фишер. Ого, то же меня еще называешь, пани, Фишер. Сара Фишер, твоя córka. Окей, то есть цікава річ. Окей, добре. Уже телефон выключила Сара Фишер. Чарли возится с новыми побрякушками. Что? Грим. Слушай, Сэм, у нас впереди много работы. Может, нам все же объясниться? Что было, то прошло. Так, да? Сама говоришь, работы полно. Мало кассы. Ну, я же мало кассы мам. Давай, ты собак. Давай. Будь на связи. Мне пришел отчет от моего агента в Бенгази. Поговорим позже. Давай, слышу. Эй, Сэм. Ты там Сэм Фишер, добра. Окей, даже вем, как ты пани называешь. Но Брикс устроился? Пока еще нет. Обычно у меня бывает больше времени на подготовку. ЦРУ слишком неповоротливо, а стремительность — залог успешной операции. Так точно. Просто хотел все лучше спланировать. Привыкай. Прогресс? Нет, это прогресс. Снова касса выдавать, это задача. Добро. Мам, мало кассы, да, там не. Добро. На этом все. Работать с вами честь для меня, сэр. Окей, сэр, сэр, есть сэр. Добро, я уж с этими сэрами. Добро, с турком погадалась, там не дашь рады выйти. А тут что есть, чекаю вас там. Dobra, dawaj panie. Co tutaj mamy? Wow. Jakieś maszyny, też jakieś inne. Oho. Jakieś więzienie tu jest? Uhuhu. Co tutaj, kto tutaj był? Hibelku. Hibelek, spanko. Haha, dobra. Nie wiem, dobra. Dobra, idziemy pogadać z tym na... Что у нас там в Бенгази? Отчет из убежища под охраной ЦРУ.
Они взяли парня с данными по Гуаму, но никого не пускают к нему, пока не закончат. Как его нашли? Никак. Он сам взял и пришел к ним. А если это просто псих с извращенным чувством юмора? Ты что-то не договариваешь? Чувака зовут Андрей Кобин. Это о чем-то говорит? Сэм. Эй, стойте. Вы его знаете? Что нам надо знать? Это почему торговец оружием сдался ЦРУ сразу после Гуама. При всем уважении, этим допросом должно заниматься ЦРУ. Забудь свои старые привычки, Брикс. Ты теперь с нами. Так точно. Я что-то пропустил? Он наш единственный выход на инженеров. Я никому это не доверю. Кто такой Андрей Кобин? Андрей Кобин инсценировал смерть моей дочери, чтобы надавить на меня. Ого, и он еще до сих пор жив? Загадка. Что делать, Сэм? Ага, ты давай как зона его, а не, ага. А не... Ого, паршивый райончик. Ага.